брала, пробовала. Добрый день. Приезжают. Купили рыбу. Валя режет рыбу. Купили на газ. Муся бегает возле Вали. Следом, да, Муся? Валя, дуже рада. Дай рыбы, да? Немає так, де я сюди беру, де хорошо. Мам, привіт. Привіт. Сейчас понатачуй ножи тебе. Понатачуй, давай. Докупуєш. Доставай всі. А, вони тут, сейчас принесу. Буду натачувати старим методом монтачкой. І мені сапи понатачуєш. Сапи я не знаю чим. Це на напільник хоча б. Ребята, я вам покажу маминих курей. Уже осталось, конечно, немного. Вот они, бройлеры. Ко-ко-ко. А вот тут вот такие вот цыплята, курчата. Вон у них такие, видите, кормушечки стоят, чтобы не оттуда кушали. Мама кормит кормом специальным, покупает. Там, ну там, где она работает, я показывал вам. Вот тут поилка для воды стоит. Это им поскольку? Я не знаю поскольку. Мам, а поскольку вот этим вот? Ой, этим будет месяц. Будет месяц, да? Ага. А этим? А этим два. А этим два месяца, да? Ну да, вот тут петушок так, такой побольше, да? Ну, петухи всегда больше. Вот таким вот мама кормом кормит. Полноценный комбикорм для бройлеров. Сейчас я вам даже покажу. Может быть, кто-то понимает так. Вот такой вот, ребятки. Это подкрышка тушеная. Почти, или как назвать? Жареная и то, жареная и то. Ну вот это жареная, а это подкрышка. Ну и та поджарится. Ну так, что, поджарила, чи крышка? Ну поджарка. Ну так все, она готова уже. Что, цибулю перебираете? Да. Лук. Лук, цибуля, как правильно? Чеснок. Вот там чеснок, он пиды поснимает ящичку. Да. Тебе Елику на звук позвонил? Да, я написал ему, да. Вот это все, это еще? Это все, Валя. Это побольше. Конечно, вся, вся на посадку, да, вот там? Вот это на посадку маленькую. А это тоже такая средняя. А вот та, что побольше нам, да? Да, нам как раз надо скільки. Багато. Не багато для нас. Все нам. Все нам. Та нам не надо. Так. Ножничками чик-чик, да? Чик-чик. А її не треба оце ж перебирати, да, Валя? Чи ти перебираєш? Ну, воно ж як обсипається, так і обсипається. Спеціально ні. Ну, все равно. Арчик, він теж з вами тут вивалився, да? Да. Арчик. Арчик. Да, осень сейчас пойду туди рано. Арчика он прицепили на поводочек. Пойдем прогуляемся. Пошли. Пойдем прогуляемся, Сашка, да? Он не сильно-то и хочет, да? Идем в центр. В магазин купили мороженое. Конфетки. Конфетки, дыня и курага в шоколаде. Теперь вот такие вот булочки, крихетки с маком купили. А Арчи вон, Арчи вот в машине. Вот, Арчи. Сейчас уже домой, сейчас едем домой. Сейчас, Валь, закрой ей двери, мама. Сейчас выскочит. Валя решила прокатнуться вот на таком
на кроссовом велосипеде. На крутом велосипеде. На велосипеде на таком. На обычном я-то езжу, а на этом не знаю. Может, сейчас на горы ну, сейчас посмотрим. Что, ты катать будешь его? Да, буду бегать за ним. А ну. О, так он и без рамы, дальше. Все. Так, мне же надо, чтобы тут не заживало ничего, сарафанами. Держи рукой. Поехала, Валя. Ух ты, классная. Классно едет, да? Легко? Спереди на ручки. Круто назад. Ты ж не Украина. Валя едет назад. Та не детский. Я тормозить, а воно... Так это ж так велосипеды сейчас и есть. Нормально? Да. Легко? Да. И Арчи с тобой, да? Да. Впереди тебя бегает, да? Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Приветик. Классно едет, только непривычно тормозить надо. Та закройся ты. А тут можно поднять же сиденье. Тормозить надо рукой. Ну да, да, да. И низко сидушка, вот, тяжело. На ну а крутить легко. Фу, классно так ехать. Шо? Грається, да? Собак. Что? Что? Элик, видно, весь бирується. О, собака. Такая собака, маляка. Маляка. Собака-маляка. Мануна собачка. Мануна.